руководитель Иерусалимского отделения Международной ассоциации АЗИС, автор многочисленных публикаций в газетах и журналах Израиля, США и Азербайджана Александр Аграновский с размахом отметил свой юбилей. На его праздничном вечере побывала наша съемочная группа. Какой-то день рождения отмечаем. Александр Аграновский – выпускник Азербайджанского института нефти и химии и Общественного института изобретательского творчества в Баку. Автор многочисленных публикаций в газете и журналах Израиля, США и Азербайджана. Обладатель медали за заслуги в диаспорской деятельности Азербайджана и международной медали «Симург» за заслуги в служении развитию высокой духовной культуры. Один из инициаторов открытия в Иерусалиме площади имени Марка Шагала. Юбилей собрал представители прессы, общественных деятелей и друзей Александра Аграновского, которые пришли поздравить его с важной вехой в жизни. Невероятно энергичный. Даже не будем говорить, сколько ему лет. Энергия у него, как будто ему 30 или 40 в крайнем случае. Он в 2011 году у нас появился, в 2011, и с тех пор все время в библиотеке, даже до того, как он вот возглавил Иерусалимское отделение АЗИЗа. И он постоянно не только занимается вечерами АЗИЗа, он все время нам помогает. Огромное ему спасибо. Он такой теплый, открытый, такой вот очень иерусалимско-бакинский человек. Я ему очень благодарна. Спасибо. Мы сегодня действительно присутствуем на знаменательном событии. Сегодня юбилей замечательного Александра Аграновского, без которого невозможно представить работу Международной ассоциации АЗИЗ и вообще работу общины выходцев из Азербайджана в Израиле. Александр Аграновский и его Иерусалимское отделение, которое он возглавляет, является одним из самых активных обществ, отделений и ассоциации АЗИЗ. И это один из самых активных мест, где пропагандируется, популяризируется культура выходцев из Азербайджана, евреев Азербайджана. Здесь популяризируется творчество художников, писателей, композиторов и все, что связано с культурой. Александр Аграновский, известный деятель, занимается укреплением культурных отношений между Израилем и Азербайджаном. Юбиляр поделился воспоминаниями о своем пути, а также о значении двухстороннего сотрудничества. Литературные и музыкальные вечера, вечера памяти известных людей, мероприятия, знакомящие с национальными традициями и праздниками Азербайджана, организованные Александром Аграновским, внесли огромный вклад в развитие культуры. Мы достаточно активная организация и одна из самых активных в Иерусалиме, хотя не так много здесь выходцев из Азербайджана. Одной из самых интересных наших встреч по горской еврейской тематике был вечер, посвященный Феликсу Шапиро. По инициативе общества СМЭГИ мы делали недавно встречу, посвященную активистам, волонтерам, помогающим солдатам, беженцам, которых, к сожалению, оказалось в Иерусалиме очень много, и им постоянно нужна помощь. И вот община горских евреев инициировала награждение нескольких человек из Иерусалима, в том числе 3 человека от АЗИЗ. Александр Аграновский сделал много мероприятий, посвященных творчеству горских евреев. Здесь были презентации новых книг горско-еврейских авторов. Здесь был фильм, который посвящен жизни горско-еврейской общины Азербайджана. Здесь было вручение членских билетов почетных членов Союза писателей Азербайджана, выходцам из Азербайджана, горским евреям, писателям, поэтам, которые сейчас живут в Израиле. Мой друг, нам надо долго жить. Земля распахнута, как поле. Еще в твоей сегодня воле свои маршруты начертить. Чего хотеть? Чего желать? К врачам пореже обращаться, почаще с близкими встречаться и чистым воздухом дышать.
Юбилейный вечер был наполнен теплой атмосферой и искренними поздравлениями. Гости делились историями о совместной работе и обменивались мнениями о планах на будущее. Присутствующие выразили надежду на продолжение продуктивного сотрудничества, направленного на укрепление дружбы между народами.